Зависимость только в середине 20 века. Дорогие друзья, на сцене коллектив Kaloob Philippine Music and Dance Industry, который видит свою миссию в сохранении национальных музыкальных танцевальных традиций коренных народов филиппинского архипелага. Национальный колорит создается не только при помощи характерного музыкального материала и своеобразной хореографии, но и за счет яркого оригинального костюма. Каждый танец – это маленькая новелла о жизни, национальном колорите и давних традициях. Пошли смотреть новеллу. Аплодисменты. Thank you.
сейчас внимание. Встречайте бурный и